Всем добрый день. Делаю подводные часы. Вот они ходят. Видите, ходят. Все, сейчас черт. Сейчас расскажу, что я буду делать. Амфибия у меня. Так, надо поближе. Ой, подальше. Как она? Так, вот так вот. Во, видно. Вот так видно. Вот это сувель. Вот, я с этой стороны. Я не знаю еще какое. Сейчас я покажу. Так, вытащу. Сейчас я покажу. Они у меня отмокают. Потому что я тут пылю. Они хорошо ходят, но они в пыли. Я потихоньку их чищу. Так. Ну ладно, ничего страшного. Я вот так хочу сделать вот. Я, наверное, вот так и сделал. Вот спирал. Так, маятник бы не сломать. Потому что отверстие я не знаю, как. Я вот так вот вырежу, наверное, отверстие. Вот, спираль зашлифую его. Вырежу отверстие. Вот. А заводить я сейчас покажу, как я буду заводить. Смотрите. Вот. Я сделал уже. Вот так. Ну, сейчас не показать будет. Вот. Поставлю сюда звездочку. Звездочку. И цепь. И буду, у меня часы вот так будут. Во, вот так вот. Вот так жик. Во. Вот так буду заводить часы. Вот все, пошел делать. Вот выровнял. Смотрите, вот так вот. Так шапочка какая-то. Я его гномиком называю. Вот. Так змея. Видно, да, змея? Вот змею. Змея. Видно, наверное, да? Да ладно, где видно-то? Ну, потом покажу. Вот так змея. Сейчас покажу, что это. Короче, я под часы вырезал. А стрелки длинные, но стрелки обрезать надо было. Я вот прорезал, видите, под стрелку прорезал. Под стрелку. А здесь вот выровнял. Все, осталось часы вставить, покрасить. Смотрите, как красиво сейчас будет, когда лаком покрою. Вот это корейская береза. Это сувель. Отличается от капа. На капе, говорят, я не знаю, на капе растут веточки. Кап живой получается, это, а это мертвый. О, ну это пыль-то ерунда. Не вытерп пыль. Вот такое дерево. Вот так вот. Вот такая красивая береза. Вот таких нарезать у меня... Вот такой. Руки, наверное, не видно, да? Вот такой. Короче, вот такой вот. Наверное, не знаю. Сантиметров 60, наверное, в диаметре, представляете? И высотой. Я вот на него смотрю. Высотой около метра. Вот если я его нарежу, его нарезать-то надо пилой длинной. Короткой плохо, потому что отходов много. Где шину такую найду? Сейчас у всех маленькие пилы, потому что в лесу никто не работает. Вот так вот. Там-то мне не... Сейчас мы его... Ну, я три раза покрою, наверное. Так, а нет, я покрою, на сколько лака хватит. Вот. Вот шапочка там, вот, ух ты, змеюга красивая получается. И, не, нафиг, это змея. Смотри, красивая какая. Вот голова у змеи. Смотри. Даже ничего делать не буду, я ничего не делал. Я увидел, что это змея, и оставил так вот. Видно, что змея, да? Смотри, лежит вот. Вот отсюда обрезать, потому что некрасиво, тут уже хвост широкий какой-то. Вот такой у меня капчик. Сувель. Все, кап, сувель. 2-3 раза это часа 3-4. Короче. Я его делал. Да я быстро сделал. Мне просто наждаков не было. Не наждаки. Ну и как они. Шлифовальные круги привезли. Я его быстро сделал. О, какой красивый, смотрите. О, тихо, только не упади.
Вот да. Вторые часы, потом вторые покажу, какие у меня. Да ну, мне часы ни одни не ходят. Там открываешь, там и стрелок не видно, одна пыль. Если я всю зиму дома вот так вот, болгаркой, да этим самым, как его, дрелью шлифовал всю зиму. Вот такой этот человечек. Сейчас мы вот здесь вот заделаем. Вот весь опять в лаке. Ну а что делать-то? Держать надо как-то. Там, где держал, сейчас еще раз лаком пройдусь маленько еще. Все вроде бы. О, вот там еще не попал. 2-3 раза покрою все. Сейчас вот здесь еще где. Тихо ты, не падай. Здесь и все. И часики вторые есть еще. Третью потом сделаю. Время будет. Все, когда доделаю, покажу. Все, доделал часы. Вот за цепочку. Мне не подойти просто, у меня тут станция. Да я весь в этом, как он называется, в циатиме весь, все руки в циатиме. Делаю. Потом расскажу, что делаю. Вот это змея, смотрите. Вот голова. Вот. А так, если наоборот. Ну, мы вдвоем посоветовались, вот так лучше. Кверх ногами. Я потом просто фотографию покажу, как они кверх ногами. Вот все, сделал. Циферблат, короче, все сделал. А, стрелки длинные. Ну, не показать мне, наверное. Стрелка у меня вот тут прорезана, да? И стрелка уходит туда, в углубление. Вот они. Вот они ходят. Вот она пошла в углубление. Вот сейчас она в углубление. Сейчас попробую показать. Да мне станция мне не подойти. А вот это у меня старые часы. Вот это с боем часы. Сейчас я вот так за ногу возьму. Я не вижу. Вот там, вот видно, нет? Камера, ты видишь? Вот там где-то прорези, где это самый... Как его? Циферблат, я на... Часовщик, не знаю название деталей-то. Знаю маятник, мосты, да много чего знаю. Вот так вот, 2 часов, будет третий делать. Ну, третий я не такие, наверное. У меня как есть, ну, третий сделаю какие-нибудь. Все, цепочка крутится. Так, сейчас я... А, ну, они у меня еще заведены. О, вон, заводится. Да ну, сверну тут что-нибудь. Все, главное, что ходит. Все, всем пока-пока.